Укулеле какие красивые! Всем привет, это уже второй день в Стамбуле. У меня сейчас есть пару минут собраться. Я уже оделась, слава богу, собрала рюкзак, я потом покажу, что там. И сейчас я хочу протереть свою обувь, потому что мы вчера без конца просто ходили. Я не знаю, сколько мы ходили по этому Стамбулу. Хотела прошить только одну улицу. И они уже вот такие. Мы приехали только что со съемки. Мои волосы просто сдохли. Посмотрите просто. В них столько всего. Я просто боюсь вам перечислять. Мне добавили какую-то присыпку на корни, чтобы был объем, как я поняла. И знаете, как оно ощущается? Я не могу вот просто пальцы
волосы продвинуть, я не знаю, как вам объяснить. Сверху у меня еще лак, тут еще невидимка. Класс. С чем сравнить свои волосы, я не знаю, наверное, с сеном. Но вообще, мужчина, который укладывал мне волосы, он такой милый, он такой хороший, вообще крутой чел. Я просто забыла, как его зовут. Ну да, ладно. Он очень крутой, вот. И чел, который делал мне макияж, тоже очень крутой. Я очень надеюсь, что я смогу хоть как-то расчесать волосы, ребят. Ставим ставки. Может, вообще не расчесывать? Я вечером их все равно помою, вот. Сейчас, может, так и оставлю. Потому что мы хотим с Ильей прогуляться, покушать где-нибудь. В общем, провести время хорошо. Я пошла снимать макияж. Мне нравится выбор его теней, то есть он подобрал идеальные тени, чтобы у меня глаза смотрелись ярче намного, то есть он вообще идеально выглядит. Посмотрите, как молодо я стала выглядеть. И, кстати, у меня появились какие-то покраснения вот здесь. Типа, это не прыщ, а может и прыщ, ребят. Надеюсь, у меня не будет никакой аллергии. Ням-ням-ням. Всем привет! Я тут захватил блог Полины немножечко. Да, сейчас вот идем рядом с башней Галата. Полин, тебя очень видно хорошо. Давай так. Сходили за покупочками, да. Купили всего разного, и сейчас мы на очень красивую улицу выходим. Да, тоже вот так вот как-нибудь видно будет. Да, я лично хочу немного поесть. Полина как-то не особо сегодня желает кушать. Да, я перед выходом поела. Как и в принципе вообще. Кстати, обычно в такое время все города засыпают, но Стамбул просыпается. И сейчас на улице безумно много людей, поэтому движуха начинается только сейчас. Это Нью-Йорк, слышишь? Ну. Что за капец? Смотри, какая-то движуха просто. Мы только что ушли из квартиры навсегда. Да, покинули квартиру. И сейчас идем оставлять наши вещи, а потом фоткаться. Мы сейчас направляемся к Голубой мечети. Это одна из самых популярных достопримечательностей в Стамбуле. Вот. Мы очень хотели там побывать. И направляемся прямо туда. Просто посмотрите, это голубая мечеть, я в шоке, ребята. Какая красота, ё-моё, ребят. Are you going closer? Ребят, очень красиво. Я купила себе очки. Hello. Can I change $20? Ребят, нам уже заказали такси, и мы уже едем в аэропорт. К сожалению, я в этот день почти ничего не снимала. Наслаждались днем, так сказать. Вообще день получился очень насыщенным. Еще я купила очки, так что это прекрасно. Swag. Swag. Расскажи о своих впечатлениях. О Стамбуле. Стамбуле? Что я могу сказать о Стамбуле? Очень красивый город.
масштабами, во-первых. На минуточку 21 миллион. Население 21 миллион человек. Да. Я в этот город всегда хотел попасть, в принципе, потому что люблю играть в компьютерные игры. Бывает такое иногда. И одно из моих любимых серий игр — это Assassin's Creed. Самая первая часть начиналась в Стамбуле, и мне всегда хотелось посмотреть на это вживую. На самом деле, поначалу не так особо впечатлял, но как только мы уже уехали внутрь, а особенно в тот район, где мы жили, я уже начал его любить, так сказать. Грубо говоря, у нас было, наверное, только один день и один вечер. С один целый день и один вечер. Да. Поэтому мы посетили очень мало. Например, Голубая мечеть, мечеть Софии. София или как его, парк также посетили, очень красивый. Ну и сам район Бьёлу, там, наверное, одна из не самая популярная улица, в принципе, в Стамбуле. Очень красивая, европейская. И мы, кстати, на ней жили. Да, мы на ней жили. Очень все по-европейски. Я думаю, что многие о Турции имеют представление о каких-то таких вонючих рабочих мужиках. Да. Не знаю, на самом деле тут очень интернационально. Интернациональное население, очень много не только турецких, но даже если турки, они очень стильно одеваются, то есть все... Очень опрятные. Все очень круто. То есть опыт очень классный. Я бы хотел, если честно, вернуться сюда еще раз, чтобы посетить больше мест. Хотелось бы побыть туристом немного в этом городе в следующий раз. И очень круто, что... Очень почему этот крутой объект для туризма, потому что если сравнивать с ценами, с другими курортами, то очень дешево. Очень дешево цены, как у нас в Хомеле. Вполне можно сюда лететь, да, немножко потратиться сейчас на самолет нужно, но... Это того стоит. Зато вы будете знать, да. Ну, во-первых, это того стоит, что стоит только на мечеть сходить. Это уже сразу Аладдина вспомните, полетите на ковре в самолете. Ну, и бензин дорогой, я смотрю. Ехали, короче, вот на этой машинке. И посмотрите, какой там туман. Трэш. Вот так выглядит аэропорт. Офигенно. Ребята, я так не хочу уезжать. В моменте. И пролетел, который день я не заметил. Мы сейчас сели в какую-то кафешку. И Илья себе заказал рисовый пудинг. Я пока что ничего не хочу, мне очень жарко. Я вся красная, капец. Вот. Я очень расстроена, потому что я не могу подключиться к интернету. Илья смог через этот киоск Wi-Fi. Я не могу подключиться. Ну, почему? Я расстроена очень. И мне очень жарко. Трэш. Возможно, мне не жарко, возможно, я обгорела на солнце. Я надеюсь, что нет, потому что они у меня застряли. Ё-моё. Холодно!